чтобы нас услышали. Мы хотим, чтобы нас защитили. Мы хотим, чтобы нас защитили. Увидели наши требования. А наше требование одно, чтобы отдали нашу землю и чтобы мы работали. Уже время уходит, а мы не можем приступить к работе. Сейчас, подождите. А я хочу, чтобы не оно. Я не знаю, как они не могут. Наверное, на них давят, потому что они приходят и говорят нам, что мы правы. Куда бы мы ни ходили, в прокуратуру, вы тоже с нами были, везде сказали, что вы правы, но тем не менее не принимают мер никаких. Я не знаю, наверное, у него слишком большая власть, слишком большая крыша. Если нам Кишинев не поможет, кто нам? Тогда Евросоюз только. Воевать друг с другом мы не будем. Мы будем воевать с чиновниками. Мы будем просить защиты. Если нас не защитят в Камрате, мы будем просить в Кишиневе защиты. Если нас не защитят здесь, мы будем просить дальше защиты. Есть такие комитеты по защите прав человека, которые нам помогут. Мы пришли сюда для того, чтобы нас услышали, нас увидели, нам помогли. И решили проблему здесь, в Молдавии, а не выходила народ. Мы думаем, что он опомнится и осознательно вернет нам землю. Мы не просим его брюки, мы не просим его рубашку, мы хотим взять свою землю. Ничего против, естественно, законного мы не требуем. Вот эти документы, которые он нам прислал, письма, чтобы забрать землю, а теперь он ее нам не... Мы хотим, чтобы нас защитили!
Служите народу! Депутаты, служите народу! Депутаты, служите народу!